Ну вот мы и дошли до цеха. Михаил Александрович. Васильевич. Васильевич хочет вызвать блогеров на батл. Вызываешь? На батл. Вызывай, вызывай. Разговаривать будем про теплицы. Все правильно, Миша. В общем, батл очень простой. Один блогер нам заявил, который ни в чем не разбирается, что у нас плохие теплицы. Михаил, слава тебе. Конин, не прав. Это девушка. А девушка что? Да. В общем, которая не разбирается в теплицах. Принимаем, батл мы. Так вот, оцинкованная труба. Идем, смотрим, что дальше результат. Полимерно-порошковая покраска. Все отверстия просверлены до покраски. Также, Миша, что мы еще делаем до покраски? Затягиваем швы. Вот эти швы, потому что видите, здесь окисление, чтобы лучше было прокрашивалось. Вот уже зачищено, вот видно же. Вот видите, как все. Это все ручной, эксклюзивный труд. Поэтому вот эти сварщики свои углы что зачищают. Что еще рассказать? Значит, первая оцинкованная труба, швы в круговую, полуавтоматом. Покраска полимерно-порошковая. Идем сварку смотреть. Михан, дальше. Это легенды. Идем дальше. Это что мы делаем, Денис? Павильон. 3МЮ. 3МЮ. Павильон. Покажи, как сварщики у нас самые лучшие, что делают. Так, это микрофон, конечно. Готовую посмотрим, да? А, теперь готовую идем смотрим. Батлы. Я вам устрою батл. Что теплица про какие дела. Все полуавтомат. Потом это сверлится, зачищается еще плюс, дополнительно. Теперь про поликарбонат. Я вам, господа блогеры, устрою цирк. Циркачки. Халявщицы. Ваня, где поликарбонат? Смотрите, мы всем рекомендуем ГОСТ. В России осталось три завода, которые производят поликарбонат по ГОСТу. Это Софтпласт, город Казань, Карбоглаз и, получается, Полигаль. Полигаль – это по лицензии, то есть израильский завод в Подмосковье. Карбоглаз – это российский чисто завод. Софтпласт – тоже российский завод. Так вот, у них только три премиум-марки. Это у Софтпласта – Новатра, премиум-сегмент. У Карбоглаза – это... Дожа премиум или стандарт еще называется. Сейчас нарезки нету. Вот он, усиленный даже есть. Но он называется премиум или стандарт. У Полигаля это Полигаль стандарт. Так и называется. Полигаль стандарт. Здесь практично лежит. Ваня, а где Полигаль стандарт? Вот он. Видите, прямо написано Полигаль стандарт. То есть три вида поликарбоната в России производятся. По ГОСТу, все остальные подмарки, это экономки идут. Меньше плотности, меньше срок эксплуатации. Ну что? Кто хочет мне сказать, назвать хоть одну компанию, где лучше? Да даже хотя бы на нашем уровне что-то делают. Хоть одну компанию, кроме алюминия. И будем какой-нибудь приз разыгрывать. Эти упаковки стоят, все на отгрузку, по регионам. Итак. Михан, скажи на дорожку им, что мы первые. Подружек
это первые люди, мы это кто вот говорит так, они в теплицах не разбираются, вот и все. Правильно, молодец, все отлично. Ну, на этой ноте пойдем дальше.